Всем привет из города Росаш Воронежской области. Поснимаю вам гейхеры. Конец ноября. После дождичка просто блистают. Красавицы неимоверные. Нарядные. Это в 3 литрах у меня высажены. На размножение и показать вам, какие кусты нарастают. Такая красота. Роуз кварц с металлическим блеском. Красотка. Очень интересная. Это Solar Eclipse. Солнечное затмение. Honey Rose. Красавица. Art Nova. Нокаут. Вот осенью такой красивый у него окрас появляется в серединке листа. Красавчик. Sweet Tea. Тоже очень красивая, сладкий чай в переводе. Назерник с позже лайм, лаймового цвета. Дельта Даун. Средние листочки успели окраситься, остальные не успели. Молодое растение. Влади Дайнозор. Для сравнения с моей ладошкой листик. Такая красавица. На доросте. Будет через пару месяцев. Еще одна свети. По-другому окрасилась. А это более темным цветом. Вот и пойми их, эти гейхеры. Какие они. Разные. Вроде один сорт. Мега карамель. Свирлинг фэнтези. Топестри. Милан. Вот. Красотка Саузен Комфорт. Махагон. Это почти черная бинош. Кассис. Вот еще одна мега карамель. Это красавица Dew Drops. Капли росы. Сейчас пока нет ее в наличии. Карамель. Красавица Рио. Лайм Рики. Это хопскотч. Очень красиво смотрится. Перпл Петикот с кудрявая. Моя новиночка этого года. Очень понравилась, очень хорошо нарастает. Амбер Вейв. Здесь вот паприка. Джорджия Плам. Galaxy в краб. Красно-розовый краб. Шуга Фростинг. Серебро. Плюм Рояль. Спилбаунд. Сейчас спилбаунда нет. Пич Крисп. Сияние. Тоже пока нет сейчас ее. Вот здесь Galaxy более яркая. С пятнышком. Плам Каскад. Такие листочки красивые, серебристые. Еще один бинош. Малахит. Кудрявая зеленая.
Black Pearl, черный жемчуг. Dark Mystery, тоже почти черная, сливовая такая, кудрявая, интересная. Rex Red. Подбой всегда виден, всегда он такой красноватый, кудрявая она. Это Burnish Bronze, бронзовая. Вот еще паприка, и тут паприка спряталась. Посмотрим. Глиттер. Глиттер тоже серебро-серебряное. Очень красивая кехера. Электро. К осени уже ушла в зелень. Была ярче. Это Green Tea. Кира Green Tea сейчас нет в наличии. Red Rover. Красный пират. Осталось немножко. Лист очень такой фактурный. Похож на листья дуба. Необычный. Карамель. Бинош. Бинош, кстати, закончился. Тапестри. Красотка Тапестри. Еще один нокаут. Ой, какая красота. Сейчас точно скажу вам. Ренуар из серии «Художники Ренуар». Действительно расписная красотка. Вся расписана красками разными. Так. Это красавица Регина. Регина. Яркие цветы розовые у нее. Почти красные. Такой обзор. Гейхер сделала для вас. И себе полюбоваться долгой зимой. Гейхеры отправляю практически круглый год. И сейчас отправляю. Сейчас еще действует акция от 10 штук. Цена за одну гейхеру 200 рублей. От 10 штук разных. Отправляю почта из Дека. Где небольшие морозы тоже доходят хорошо с утеплением. Они многолетники. Поэтому стойкие. Очень хорошо переносит пересылку. Разве не красота? Красавицы. Кто хочет себе такую клумбу, рекомендую сейчас приобретать, потому что сорта многие заканчиваются, и неизвестно, когда получится их снова приобрести. Всем спасибо за внимание. Всем пока!